Всем привет, с вами Лев, это у нас шестая серия по техно-хардкору, и мы продолжаем, да, в принципе, выживать в этом мире, и давайте будем начинать, да, как вы видите, наконец-таки я нашел биом равнин, да, в принципе, ну как нашел, на самом деле я его нашел с помощью специального компаса, компас природы называется, крафтится он вот так вот, да, в принципе, из дерева, из саженцев и обычного компаса. В принципе, я наконец-то нашел равнины, да, то есть я просто сюда телепортнулся, да, здесь можно телепортироваться, нажать и все, и как бы все круто, да, выбрать можно любой биом, да, и как бы, ну, реально круто, то есть я могу, если захотеть, выбрать там хоть снежный, хоть пустынный, ну как пустынный, пустынный здесь везде есть, наоборот, в этом мире, да, поэтому мне наоборот нужна равнина, равнина мне нужна для того, чтобы здесь спокойно можно было выживать, да не то, что выживать, а заниматься индустриальными модами, да, и магическими и так далее, потому что, например, на своей базе, ну, я сейчас, подождите, метку поставлю, да, так, равнины написал, и нажимаем новая база, и телепортируемся, сейчас вы все увидите, в принципе, видите, вот такой вот у меня маленький домик, как вы, в принципе, и знаете, да, то есть здесь заниматься индустриальными модами, это вообще, ну, капец какой-то, да, то есть здесь просто место очень ограничено, и вот, в принципе, на этом, в принципе, и все, да, вот еще я вот здесь еле-еле и то смог сделать подвал вот такой вот, да, здесь есть вот такие вот предметы, да, руды всякие, ну, то есть броня, инструменты, в принципе, давайте покажу быстренько. Ну и, короче, вот такой вот подвал. Я, если что, его сделал еще в прошлой серии, просто забыл показать. Что еще хочу рассказать? Я буквально сейчас записывал, да, вот эту серию, и там я добыл все, что было в этих метеоритах. Там были небесные сундучки. Как они выглядят, сейчас покажу. Вот они, в принципе, вещи. Вот он лут, да, который я получил. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Я еще кое-что хочу вам рассказать, то что я сейчас сходил в пару данжей, но я говорю, то что я уже перезаписываю сейчас, получается, во второй раз. И это что сейчас было? Потолка не было. Короче, я добыл тут еще всякие вещи из данжей, да, немножечко, не помню, да, вот добыл, да, то есть топливные баки всякие. Короче, нашел такой же данж, который находил в первой серии, вот, с тремя зомби, да, с пушками и там с тремя сундуками. Я думаю, то, что вы помните, как он выглядит. Ну и, короче, обычный стандартный майнкрафтский данж, в котором я еще не успел все залутать. У меня, если что, есть, видите, пистолеты всякие разные. Сейчас вот столько у меня оружия. Вот еще, кстати, вот что я еще хотел рассказать. Я залутал полностью корабль. Я на нем оставаться не буду. Я не буду из него делать базу. То есть я оттуда сейчас вообще все вынес. То есть и лампочки, и патроны, и пушки, и все на свете, да. Поэтому там сейчас ничего не осталось. Вот даже железные блоки остались, всякие патроны. Ну давайте найдем патроны. Вот, например, штурмовая винтовка. Вроде вот такие вот патроны. Это вот для... Да, это АКМ. Это АКМ. АКМ это, видимо, снайперские, да? Сейчас посмотрим. Нет, нет, не снайперские. Вот эти. Штурмовая винтовка. Отлично. Отлично. Хорошо. Вот это нам уже не понадобится. Сейчас возьмем, короче, вот эти патроны. Возьмем для пистолета тоже патроны. То есть у нас есть и такие патроны, хоть их и немного. И вот этого у нас тоже нету. Надо взять баков. Только не пустых, подождите. Подождите, вот они. Ладно, в принципе, давайте сейчас мы вот что сделаем. Сейчас я отправлюсь, наверное, на равнины. Да, отправлюсь на эти равнины. И все будет здесь, в принципе, круто. Потому что, наконец-то, я смогу здесь сделать какую-нибудь базу свою нормальную, да, просто на открытом воздухе. И что-нибудь здесь сделать. Но я думаю, то, что, может быть, не конкретно в этом месте. Вообще, равнины какие-то здесь маленькие оказались. Да, ну ладно, до свидания, всем пока, до свидания. Короче, зомбаки, короче, так прикольно их валить теперь из этой пушки. Короче, как вы видите, вот опять саванна гребаная начинается, но вот немножечко тут еще обычного биома. И дальше вроде как на этом, в принципе, весь биом заканчивается, то есть, ну, не знаю, как-то мне не везет на самом деле с равниной. Какая-то она слишком здесь маленькая, поэтому я думаю, то, что надо было сейчас опять компас использовать и...
попробовать найти другое место, но там есть такая проблема, то что когда телепортируешься, у меня на сборке такая фигня, то что у меня начинает Майнкрафт вылетать. Поэтому я не хочу сейчас, ну, опять это делать, да. Но, короче, если что, равнины мы теперь найти сможем. Всякие джунгли, другие биомы красивые и так далее мы найти сможем. Да, в принципе, что бы я бы хотел сделать в этой серии? Эта серия будет такая, наверное, не очень большой. Так сказать, просто рассказал вообще, что я сделал. Да, в принципе, на этом, наверное, и все. Это что-то очень странное, какая-то ровная территория. Но давайте посмотрим, например, что в этом метеорите, тоже интересно. А то я, блин, вам ни разу не показывал, как это вообще выглядит, да? Там, короче, сейчас будет небесный сундучок, в котором логический пресс для высекателя. Я не знаю, что это такое, для чего это нужно, но я думаю, то, что в будущем мы это узнаем, если я буду, конечно, этим модом заниматься. Ну да ладно. Он, правда, этот сундук очень долго ломается. Ух ты! Нифига себе, дерево огромное. Ну это там крафтовское, конечно. Ну ладно, так сказать, сегодня, наверное, мы просто погуляем по миру, я просто посмотрю, что здесь есть. Почему бы, в принципе, и нет. Идея, я думаю, не такая же плохая. Да, до свидания. Ой, блин, я аж сам испугался. Нефть, отлично. Ой, да что? Боже, хватит так пугать-то, а. Так, а, стоп. А, я пустые взял. У меня получается, сейчас разъезжена вот эта бензопила. Отлично. Какой-то опять данж, блин. Блин, аж стрёмно самому стало. Блин, я реально забыл то, что он так рубит страшно. Я не знаю, что там вообще за данж. Был ли я там? А, нет! Я здесь не был. Это домик какой-то. Отлично. Ой, а, блин, кролик. Чтоб тебя, блин. Чё я всего боюсь-то сегодня? Так, давай, до свидания, дверь. Запрыгнуть, блин, в дом не могу вообще. Ну ладно. Здесь у нас, как правило, ничего нету. Я, если что, такие дома уже, когда создавал сборку, уже видел, и даже видео есть про... Ну, у меня было видео, где я показывал эту сборку, и там, короче, я находил этот дом, поэтому для меня это сейчас не удивление, да. Нет. Я бы мог бы сейчас сходить куда-нибудь в шахту и так далее, с таким-то оружием уже вообще не страшно, я могу сейчас перезарядиться спокойно, и все будет очень круто. У меня даже две таких пушки, то есть у меня получается вот здесь еще вот эти 30 патронов, которые были не заряжены. Ну, точнее, они были заряжены, но я их не заряжал своими пулями. Поэтому все, в принципе, круто. Так, а где у нас вот такие вот нетопленные баки нужны? И появится у нас бензопила. А, нет. Опять пустой, да ты прикалываешься, что ли? Ты прикалываешься, а где они пустые-то? А, вот они, боже. Че я... Туплю-то как-то очень сегодня, странно. Ладно, я на самом деле редко играю, поэтому думаю, это оправдано. Давайте посмотрим, кстати, что в этих штучках у нас находится. В рюкзачках вот этих. Да, так, отлично. И чё? Каменный топор. Золотой топор. Круто. Акация. Вот мне прям этой акации просто уже... Ладно, так, вот это и острота 1. Ну, может быть, когда-нибудь это пригодится. Я не знаю, правда, когда. Но может быть. Все может быть. А где эндерперл телепортации, скажите? Вот он. Все. На самом деле, прикол этой серии в том, то, что я вообще не готовился к съемке как-то. Ну, то есть, я не обдумывал, что я буду делать в этой серии. Точнее, я немножечко обдумывал. Я когда-то... Ну, не когда-то. Я уже второй раз перезаписываю. А в первый раз я хоть что-то делал. То есть, я метеориты добывал. Я что-то там рассказывал, показывал. А в этот раз я просто чуть-чуть быстренько пересказал. И все. Поэтому я сейчас реально не знаю, что делать. Точнее, нет. Я знаю, что я буду сейчас делать. Раз уже как бы особо делать нечего. Я думаю, то, что сегодня можно наконец начать заниматься Industrial Craft. Потому что уже пора, я думаю. И сейчас мы вот что сделаем. Мы сейчас напишем вот таким вот образом Industrial. Industrial и целых 10 страниц. Нам нужно, как всегда, сделать генератор. И сделать, я забыл, как он называется, вторая вот эта вещичка. Дробитель и генератор, да. Это у нас будет первая энергия от этого идти. Нам нужно железо, много желательно. Нам нужно дерево. Дерево у нас пока что еще есть. Немножечко делаем сейчас досок, палочек. И вот что мы сейчас сделаем. Я уже помню это наизусть. Хоть я индастриалом особо и не занимался никогда. Ну да ладно.
Так, а вот это я, если честно, особо не помню. Как это крафтится? Как крафтятся кусачки? Кусачки. Вот они, кусачки. А крафтятся они вот из пластин. Понятно, понятно, все, отлично. Вообще прекрасно. Так, делаем вот столько железных этих пластин. И кусачки, где кусачки, делаем кусачки. Все, после этого что нам надо? Нам надо еще три вот таких вот железных пластин. И надо сделать печь. Сделать обычную печь. И, по-моему, как-то вот так вот, насколько я помню. А помню я плохо, как видите. Ну, как бы бывает. Да, бывает. Давайте посмотрим, потому что я, честно говоря, особо, как видите, не помню. Так, я сейчас хочу сделать обычную печь. Крафтится она вот так вот. И следующее, это у нас будет дробитель. Наверное, дробитель или электросхема, это что-то дороговато. Опять три железных пластины. И что еще? Что еще нам надо? Нам надо аккумулятор. Аккумулятор уже крафтится из, получается, вот резины, да. Так, а вот это уже на самом деле не очень круто. Ну ладно. У нас, в принципе, может быть, есть замена, которая там уже высвечивалась. А именно в виде вот таких вот резиновых листов. Да, может быть, они, конечно, мне сейчас нужны для оружия, а не для Industrial Craft. Знаете, давайте лучше я оставлю вот эти листы. И лучше я сейчас вот что сделаю. Я сейчас пойду, просто срублю гивею. Да, и все. Так, и все будет отлично. Только где мне найти гивею? Вот это самая главная такая вещь. Давайте посмотрим. Единичка это у нас что? Единичка это у нас, я так понимаю, где-то спавн, да. И давайте найдем здесь гивею. Я, правда, не знаю, где ее найти. Вот корову вижу. И вот, да-да-да, вот она. Вот он, данжик, который у нас был. В первой серии я его еще увидел, да, нашел. И это реально крутой был данжик, на самом деле. Не то, что данжик, конечно, домик вот этот. Заправка, если честно. На какую-то заправку почему-то похоже. Не знаю, почему я так себе придумал. Но я это самое, я себе так придумал, да. И, кстати, вот что я еще у меня было в планах еще давно. Это вот сходить в эту башню. Может быть, сегодня немножечко отойти от Индастриала и заняться этим. Да, в принципе, давайте сейчас попробуем это и сделать. Попробуем спуститься, я не знаю, что из этого получится. Надеюсь, я сейчас не умру сразу. Но давайте посмотрим, может быть, какие-то будут хорошие вещи. Да, я прям на ходу, знаете, тему меняю. Это прям вообще нормально, нет, да? Ну, видимо, это нормально для меня. Я только собирался заняться Industrial Craft, наконец-то техническими модами. А сейчас пошел опять хардкор искать. Данжи всякие. Молодец. Ну ладно. Что-то такое. Что-то такое. Ну, я не знаю. Ладно. У меня такое чувство, будто я здесь был. Но я сомневаюсь, что я здесь был. Я же не мог здесь быть. Или мог? Да, это как-то странно. Ладно, морковь я сюда скидываю. Нет, я здесь точно не был. Это точно. А может быть и не точно. Ладно, ребят, я это самое... все нормально. Да я думаю, это нам ничего не надо. Потому что еда у нас уже есть. Так, а вот ты мне не нравишься. И ты мне тоже. До свидания, зомбачина. Так, это что такое? Это чей-то дом? Трубы эндохайо. Странно. Опа, уголь, неплохо. Черный щит. Смотрите, какой четкий. Нифига себе, посмотрите на это. Ой. Вот, смотрите, какой это щит прям вообще четкий. Кровать забьем, чтобы поспать, чтобы не было так темно. И все отлично. Потому что, по-моему, когда темнеет на улице, темнеет и здесь еще сильнее. Возможно, я ошибаюсь, но вроде как это так. Да. Так, давайте, до свидания, скелеты. Спасибо, что вы на месте стояли. Так, по-моему, он куда-то пропал. Это очень-очень меня пугает. Регенерация. Так. Так, отлично. Факела. Факела исцеления. Да иди ты отсюда, паук, блин. До свидания. До свидания, пауки, блин. Спустился на этаж ниже, и я готов убивать этих пауканов. До свидания. До свидания. До свидания всем. До свидания. Все, давай, помирай, помирай, бессмертный паук, блин. Капец. Опять. Тихо. Надо успокоиться. Сила, кстати. Сила это хорошо. Я чуть не умер. Так, вот это надо
Так, стой, 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 генерацию пей быстрее. Так, стрелы мне не нужны. Да, паука, ну иди. Уйди, паук, блин. Уйди. Но, смотрите, здесь, кстати, уже какая-то морковь есть. Здесь уже как-то более как-то красиво. Но какая разница, если нам надо еще ниже? Нам же надо еще ниже, наверное. Может быть и не надо. Ой, спавнер. Спавнер нам не нужен. Так, а это ниже? Ой. Так, а вот это мне уже особо не нравится. Вот это мне особо не нравится. Так. Чё так слишком низко как-то? Да. Так, ну мне нужно нормальную лестницу найти тогда. Потому что это что-то совсем хардкорно. Если так спускаться. Вот, можно спуститься. Надо блоки. Я не знаю вообще, я сюда зачем залез. Потому что я действительно хотел заниматься индустриальными модами. Ну, Industrial Craft'ом сегодня. Но, как видите, бывает, да, бывает. Что-то вспомнил и все, и сразу начинаешь другое делать. Ну, такое реально немножечко такое бывает, да. Ой, ой, это что такое? Это что такое, ребят? Ой, крыса, это крыса, меня шатает. Так, нормально все, или это я паникую? Так, это что, камень бездны? Что-то мне уже страшновато. Почему вообще этим камнем закрылась, ну, как бы, это данж? Ну, ладно, спуск еще ниже. Меня это еще больше пугает. Так. Ой, эндермен. Эндермена. Ой-ой-ой, это крипер был? Или нет? Так, до свидания, до свидания. По-моему, это был крипер. Какой-то желтый. Ой, сиппорт крипер. Подожди, он меня боится, что ли? Какой-то странный данж попался мне. Все, ребят, конец. По-моему, на этом правда все. То есть, смотрите, я в каждую сторону делаю. И нету прохода. Ну ладно. По-моему, ребят, все. По-моему, на этом все. Да, ну ладно. Ладно. А, нет, подождите, что-то есть. Что-то есть. Какой-то проход. Надо куда-то сходить сейчас. Прохода нету. Проход я сейчас сам сделаю. Но что-то явно тут есть. То ли выше, то ли ниже. Так. Вот этого я, конечно, понять не могу. Так, а вот это надо закрыть. Водичку. Подождите, это мое какое-то или что? Что это? Ой, где я? Ой, здрасте, привет. До свидания, мистер скелет. До свидания, мистер скелет. И ты тоже до свидания. Ты уже необычный скелет. Так. Да что вы появляетесь-то? Нет, это что-то бессмыслица какая-то. Куда я попал-то? Что-то это очень странно. Это максимально странно. Короче, непонятно, куда я попал. Но давайте, короче, тогда вернемся уже домой. Или на равнины куда-нибудь. Да. А чё, ночь, что ли? Так, ну ладно, это не проблема. Можно поспать. Прям на улице. И что дальше? Что дальше, в принципе, можно здесь найти? Может быть, каких-то данжей и так далее. На самом деле, вся проблема в том, что у нас гивеи нету. Так, до свидания, зомби. До свидания. Он еще вздумал в меня стрелять, блин. У меня теперь есть пушка, все, я бессмертный, считайте. Вы смотрите, я еще сегодня даже ни разу не умер. Да, все, бац. До свидания. Просто за секунду убиваю, спокойно. Потому что у меня просто куча оружия. Хоть и патронов пока что не так много, но это всего лишь вопрос времени. Давайте, правда, сейчас за гивеи куда-нибудь сходим. Параллельно еще будем искать данжи. Это тоже очень интересная тема. Так, а вообще по координатам я нахожусь далеко от спавна. Но вообще, по-моему, далековато. 800, там, 900 почти. 900 по иксу. 900 по иксу. Вот этот данж я уже лутал. Да. Это я уже все лутал, да. Ну, считайте то, что в прошлой серии, которой не было, да. Которая должна была быть этой. Да что вам надо-то, блин? Или вам ничего не надо? А, нет, вам что-то надо. Так. Вот они на меня уже нападали, если что. Так, надо валить от них. Я не хочу тратить патроны на них. Нафиг мне это надо. Тихо, успокойся. Успокойтесь. Ребята, вы что, сумасшедшие, что ли? До свидания. Все, хвоста нету. Кстати, знаете, что самое прикольное? Вот в первых сеях, когда у тебя ничего нету, ты берешь, добываешь из этого, из этой горки руды. А потом, когда у тебя уже появляется какое-то снижение, ты идешь уже в шахты, где там просто тебя каждая собака убивает. Да, и это реально круто. Это прям в этом плане очень сбалансированная сборка получилась.
Только, к сожалению, она иногда подлагивает очень сильно. Очень много нефти. Даже мобы умирают. Ладно. Стоп. Ребят, я, кажется, понял. Это там крафтовские херборы. Это там крафтовские вот эти маги. Они через портал появляются. Маленький боговый портал. Чё, адское обновление, что ли? До свидания. Надо что-нибудь крутое из них выбить. До свидания. Подождите, может быть какой-то крутой лут из них выпадет. До свидания. Тихо. Так, надо его убить, этот портал. Тихо, нет. Я сейчас умру. Не хочу, я же уже бессмертный. Я уже типа крутой, уже оружие есть у меня. До свидания. Все, хватит. Успокойтесь. Маги. Ребят, я в каждой серии в любом случае умираю. Твою мать! Не взорви, пожалуйста, сундук только. Я тебя прошу, реально по-человечески. Если ты взорвешь, я не знаю, что я сделаю. Я удалю летсплей. Что делать, когда такая жопа происходит? А еще огненные! Это что такое? Ребят, это невозможная сборка. Только решил тут это самое. Типа я крутой, все дела. Да фиг там, блин, до свидания. Все, патроны кончились. У него 144 хп. Я офигеваю от этой сборки. Ладно, еще один маг. Но тут огненные бегают. Так, надо вот что сделать. Давай. Есть! Убил. Иродов этих надо убить. Все, я победил всех, я крутой. Успел оружие взять и убить. Отлично. Фух, блин. Багровые ритуалы, какие же секреты здесь спрятаны? Ну-ка, давайте посмотрим. Эта книга не содержит ничего, кроме как сумасшедшего бреда. А, ну прекрасно, крутая книга. Так, я вроде все подобрал, и у нас какие-то, кстати, еще есть же амулеты. Кстати, забыл рассказать про амулет пустоты. Я не знаю, что это за амулет, для чего он, но он у меня тоже теперь есть. Окей, давайте поедим нормально и понемножечко еще побегаем. И, наверное, на этом будем заканчивать серию. На самом деле, эта серия получилась по большей части, наверное, даже бессмысленной. Хотя как бессмысленной? Все равно нас тут убили, блин, как всегда. Все равно, я думаю, она интересная получилась в этом плане. Я в том смысле то, что я как бы особо ничего тут не начал делать. Да. Да ладно! Я думал, тут только этот самый пшеница находится. Изумрудный нагрудник. Крафтится, ну, как ни странно, из изумрудов. Прикольно. Че, я так и не могу найти Гивею. В принципе, вот еще в чем проблема. Я бы ее бы нашел бы, я бы продолжил бы, как бы, там, делать, выращивать деревья и так далее. Но, как вы, в принципе, видите, нету ее и все. И, кстати, подождите, надо кое-что проверить. Равнины включим. И мне интересно, сколько метров. 500, то есть я нашел сам равнины еще. Вот это уже прикольней. Короче, считайте то, что моя мечта сбылась в этом летсплее. Я наконец-то нашел нормальный биом. Да, наконец-то стандартный, обычный, нормальный биом. Не знаю, почему мне именно обычный биом захотелось. Но как бы, не знаю. Ну, мне просто он нравится, да. Ой, тихо. Так, вот это опасный цветок. Он же телепортирует, блин. Вот с ним шутки плохи, с этим цветком. Это я точно знаю. Он может тебя куда-нибудь под землю телепахнуть и все. Да. На этом, в принципе, может быть и пора закончить эту серию. Хоть она и получилась особо такой. Но она больше такой исследовательной получилась, да. Мы просто исследуем, так сказать, окрестности какие-то и так далее. Я могу побольше поясовку попробовать поставить. Но сразу предупреждаю то, что будет подлагивать. Поэтому, опять же, извиняюсь. И опять гребаная пустыня. Как же ты мне уже надоела. Живу в пустыне, блин, везде пустыня. Я и в реальности, считайте, в пустыне живу, блин. В реальном мире, блин. Тут 40 градусов. Ну, ладно, не 40. 35, блин, каждый день сейчас. Умереть можно, блин. Поэтому сейчас каждый ролик, который я сейчас записываю, это просто, в общем, адские мучения, если честно. Поэтому, если вы думаете то, что вот ролики, которые я сейчас записываю, это типа сел и записал спокойно, то нифига, блин. Это реально хардкорно, жестко. Да. Короче, вот как-то так. Так, ребят, хотел только что заканчивать вообще серию, и я уже что-то новое опять нашел. Опять это непонятное строение или заправка. Давайте я буду это строение заправкой называть. Почему бы и нет? Вот это... Тихо!
Тихо! Не-не-не-не-не! Тихо, валим! Ты что, сумасшедший, что ли? Это что было сейчас? Почему? Куда? Что? Где? Почему так хп упало? Так, надо выпить исцеление. Или не надо? Фух, блин, я так испугался сейчас на секунду. Да умри ты, зомбага ёбаный. Что это? Это зомби! О боже, я ж охренеть успел. До свидания. До свидания. Да чтоб тебя. Меня сейчас убьет все просто, что здесь есть. Меня уже несколько раз и так убили. Я не хочу опять умереть. Да. Короче, хардкорные данжи, даже вот эти, казалось бы, три зомби и все. Такие вот у нас вещи здесь. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Да, можно, кстати, здесь переночевать. Почему бы и нет? Давайте поспим. Или не поспим. До свидания. И патроны у меня сейчас тоже кончились. Поэтому надо поспать и на этом, в принципе, заканчивать. Короче, на этом все, ребят. В принципе, что я еще могу сказать, да? На этом, ребят, уже можно, правда, закончить серию. Только я здесь вижу вот этот стандартный майнкрафтовский данжик. Это тот самый данжик, который я уже встречал один раз. Ну, когда я первый раз записывал. Или это что-то новенькое? И это что-то новенькое. Подождите, смотрите, еще какие-то ресурсы. Охренеть, увеличитель опыта 3. Боже. Тоже какие-то прикольные вещи. Даже бронзовые. Бронзовая кирка. Давайте опять же поставлю метку. Опять напишу данж, только назову данж 2. Данж 2, да. Вот, видите, первая метка данжа. Телепортирую сюда. И здесь прям то же самое. То есть, видите, тот же самый данж, только здесь вещи покруче. Вот это что такое, ребят? Это черепаха? Что это такое? Я тебя помню, тварина. Подождите. Блин, просто такая интересная сборка. Я на все тут постоянно реагирую. Посмотрите на эту акулу непонятную. Охренеть. Это вот эта, которая засасывает. Офигеть. У меня даже патронов нету, чтобы ее привлечь как-то, я не знаю. Иди сюда. Иди сюда. Придешь сюда? А, она идет сюда! Она идет сюда, тварина! Ой-ой-ой, как страшно, какая. Ужас. Блин, смотрите, какая акула какая съемная. До свидания. До свидания. Все, ребят, я ее зажал, я ее убил. Все, короче, все. Всем спасибо, всем пока. И увидимся в следующем видео. Да, в следующей серии, в следующем видео. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи.